Всем привет, друзья! Сегодняшнее видео будет посвящено обзору моему новому приобретению. Был я на ярмарке в городе Кропоткине и приобрел себе замечательных самок канареек. Давайте сейчас немножко вернемся на выставку, вспомним, как это было, освежим память и продолжим видеообзор. И в конце видео, ну, может, в середине видео, поговорим о гнездах. Я хочу сегодня сделать небольшой подарок в честь праздника, в честь Дня защиты детей. Хочу подарить эти два гнезда тому зрителю, кто угадает, почем я взял самочек. Итак, друзья, смотрим, как это было, и затем продолжим видеообзор покупки. Друзья, вот тут канареечки есть. Сейчас посмотрим. Эти морковные в какую цену у вас? 3000. Это самцы, да? Да. Ясно. Это так, самочки по 1000. Цвет разный, да, прям? Да. Солнце отсвечивает. Ну, вот как она слушает внимательно, умничка. А это самец? Да, это самец. Нижние все самцы. Сколько стоит самец? Тоже 3. 3000. Большой выбор, большой ассортимент. Ребята молодцы. Смотрят мой канал, и у них прям все получается. Смотрите, какие шикарные самочки. Наверное, я тут себе возьму 4 штучки. Потом домой приеду, похвастаюсь, что купил. Эти самочки в какую цену? По 1000. Так, а вот это кто? Самцы. Самцы. Желтые все, лимончики. Почем? Тоже 3. По 3000. Все, спасибо. Вот посмотрите, как и приятно посмотреть. Чисто так, красиво. Жердочки чистые, полики чистые. Молодец, хозяин. Дайте, я даже руку пожму. Молодец. Итак, друзья, мы посмотрели с вами, как это было. И я предлагаю продолжить видеообзор моих замечательных канареек. И в конце разыграем эти прекрасные гнезда в честь праздника защиты детей. Спасибо. Обязательно. Также взял клеточку ручной работы. Вот такие вот замечательные самочки появились в моем хозяйстве. Значит, как мне сказал хозяин, самки будут готовы к размножению примерно в октябре, в сентябре. Но если прям быть буквально точным, то в сентябре. Поэтому я даже не знаю, как поступить. То ли готовить самок к осеннему размножению, что, в принципе, я не пробовал ни разу. Я даже не знаю, как правильно или как нужно разводить канареек осенью. Ну, надо посоветоваться с единомышленниками, может быть, кто-то что-то подскажет. Если никто ничего не подскажет, то будем этих самок держать, затемнять и постараюсь дотянуть их до весны, чтобы весной дружно пойти. В общем, это мы еще будем думать, еще целое лето у нас впереди. По возрасту я запамятовал, сказал я или не сказал. В общем, в сентябре, в октябре самочкам будет ровно год. То есть это молодые, такие выпускницы института, можно так сказать. Ноготочки у всех тоненькие, ножки у всех ровненькие, гладенькие. В общем, я, честно, друзья, очень доволен своей покупкой. Приобрел я этих пташек у Аркадия с города Курганинска. Аркадий, если ты смотришь, то спасибо большое. Я тебе там говорил, еще скажу. Большое спасибо. Самочки доехали благополучно. Все хорошо. Немножко они запыхались у меня тут. Также хочу сказать, что, в принципе, возлагаю на этих самок большие надежды, потому что
На сегодняшний день у меня желтые самки в дефиците. У меня есть два желтых самца, чисто желтых. А вот самками немножко у меня недобор с желтыми. Друзья, я в начале видео сказал, что разыграем или подарю, как я выразился, гнезда для канареек в честь праздника Дня защиты детей. Так вот, есть у меня гнезда для канареек. Я хочу объявить такой небольшой конкурс. Кто в комментариях напишет сумму, за которую я взял канарейку, то есть сколько стоит одна канарейка? Вот кто угадает эту сумму, тому я подарю два гнезда. Отправлю почтой, вы заплатите только за доставку, ну, за доставку услуги почты заплатите и все. Гнезда вы получите бесплатно в подарок в честь праздника День защиты детей. Сейчас я вам покажу гнездышко. Вот, ребятки, вот такие вот удобные гнезда. Они оснащены проволокой. Так, значит, гнезда оснащены проволокой. Проволока вот так легко загинается. И куда вам надо, на какую сторону вы вешаете это гнездо, то есть в угол. Или просто заплетаете эту проволоку в проволоку клетки, и прекрасным образом здесь все происходит. Вот. Сейчас я демонстрирую одно гнездо, потому что второе гнездо... Со мной ассистентка была, она ушла и одно гнездо с собой ненадолго взяла. В общем, вот таких два гнезда. Ребятки, кому интересно, пишите в комментариях стоимость. Только давайте по-честному, кто знает, кто рядом стоял в момент покупки. Ребят, пожалуйста, не пишите, кто знает. Кто не знает, вот, пожалуйста. И постарайтесь как бы быстрее, потому что кто первый назовет правильную сумму, тому и уйдут два гнездышка для канареек. На этом видео подходит к концу. Кто слушал, молодец, как говорится. Хотел сказать, кто слушал, молодец. В общем, ребята, продолжение следует. Все события развития, связанные с этими канарейками, буду обязательно снимать и с вами делиться всеми новостями. Как буду готовить, как буду содержать. Чем буду кормить новых канарей, какие профилактики, какие карантинные меры буду применять. Возможно, что не буду применять карантинные меры. Вот тут надо тоже подумать, кстати. Так, ну, в общем, до скорой встречи, продолжение следует. Всем хорошего настроения.